ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Оп. Ой, следы оленя свежие. Сюда. А не бежишь на перегонки. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого! Иди. Ого! Что тут было? Вот же он! Стой! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал... Ищи. Ай! Мой лук! Нет! Ты не готов! Назад! Раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Олень пошел туда. Я вижу следы. Или пойду за тобой.
Они есть хотели. Что? Волки. Они не со зла. Есть хотели. Да, это наверняка. Куда пойдем? С края не сорвись. Сюда можно? Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Ворота должны открываться.
Это не нарочно, да? Может это использовать. Мы можем. Пойди сюда. Смотри, это Сколи Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну и все передерутся? Отец, смотри. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Я справлюсь. Хорошо. Натяни тетиву. Выдохни. Я попал. Хорошо. Он еще живой. Где нож? Нет. Закончи то, что начал. Я не могу. Выбора нет.
сын. Я не боюсь тебя! Ты не страшен мне! Сын, совсем? Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Я готов. Закрой свой рот. Все никак не откроешь двери? Тихо. А я говорил, закрой рот. А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Иди в дом, сын.
исчез. Ничего не понимаю. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю! Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол! Живо! Ты же запретил туда лазить! Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь! Просто ответь мне на вопрос! И обойдемся без кровопролитий! Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Какое жестокое разочарование! Давай же! Ты скучен! Ты хоть стараешься? Yeah!
Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Живое, да? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Что ты скрываешь? Какой ты дурак! На это нет времени!
меня сюда, мне нужна была лишь правда. Но тебе надо было состроить гордеца. Давай, бей со всей силы, я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. Ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Тебе не победить! Меня ощутить что-то, но ты не смог. Ах!